первый банан. Кто там желающий был первый? Я. Ты здесь. Дальше, смотри, вторая. Смотри, ты после Ваня переходишь на следующий. Да. Все, ребят, идет по часовой стрелке. Следующий кто? Ваня, иди сюда. Девчатки, сразу говорю, после того, как вы сделали, сразу бросаем сюда. Сразу бросаешь, приходишь, что ты... Если время, можно даже перчатки не надевать, мягкие, ну, чтобы можно руками по нему бить. Uh-huh. Тут сила удара особо не нужна, тут уже темп. Ты же отстал, все. Пошел работать, понял? У тебя 30 секунд должна быть куповая работа. Ну, после этого как сможешь, потому что ты будешь раскидывать. Ты начинаешь это, здесь должен взорваться конкретно. Дальше. Следующий кто? Ты переходишь на следующую базу. Ты после этой базы... Да, я понял. Следующий кто? Третий, допустим, я. Смотрите все остальные, что вы будете делать. Все будете делать по 20 килограмм. Ты бери одну десятку и будешь делать. То бишь одним длином. Остальные 20 показывай все, что будет делать. 10 секунд. Бери. О. И поехали. Руки прямые. Смотри. На пресс. Понятно? Да. Это третий. Игорь. Иди сюда. Понятно, да? Да. Да. Четвертый Игорь. Подъем у нас, подъем. Ассистент у нас. Потому что ребята большие, например, 60 килограмм. Для больших будет легко. А я же не отвечу. Для больших, для Вани, для Игоря и для тебя будет Алексей. Для Толика и для Вани будет у нас. Опачки, ну то есть папа, встаньте, пожалуйста. О, нет. А вот. Вот! Давай! Нормально, поднимешь. Смысл какой? Серег, я предлагаю, чтобы он уже сразу стоял. Давай. Вот здесь стоял и поднимал. Поднимал, понятно? Все, проход ноги знают, да? Кроме тебя. Ты же уже знаешь. Да, я буду подсказывать его. И здесь самое главное, без перерыва. Раз! Ой, блин! Понятно? Все, вы будете здесь вдвоем. Вы работаете непосредственно только с Толиком и с Иваном. Так, да. А что я делаю? Я вам объясню. Все, я вам объясню. Дальше. Подходим сюда. Там вам папа, я отлично. Он за вас. Обращаем внимание, вот сюда. Меняли, прям уже
замыкающего у нас будет здесь стоять еще, знаешь что? Поставим на ответственного человека, вот тебе здесь. Показывай, как ты будешь делать. Все, показывай, смотри. Он выбегает ко мне, смотри, я бросаю прямо, не так просто, бросаю на чем-то пресс. Или, смотри, а он, да, раз. Я к нему тихо вношу, я выкидываю руки. Раз, так. Встань четко прямо против него. Вот прям. Раз. Ты сразу вверх, да? Сразу, прям, сразу. Да. Именно в корпус. Два. 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 А ты его дожидаешь. Он стесняется. Зелень. Раз. Здесь? Да. Помимо того, что ты его не выжил. Здесь ты не выскажешь о нем. При ударе он сокращал. Выжил. Пробуй. Два. Оп. Два. Оп. Вот ты должен напротив него стоять, понимаешь? Вот. Вот. Прямо. Раз. Вот. Давай, да, оп, да, оп, да, ушел. Все понятно? Так, я понял, поймите. Так, каждый день быстро поочередности, чтобы Сергей не парился, кувырки, кто я, смотрите, вперед, вперед, дальше, вперед. Кувырки, разворачивайся, вперед, уже назад, 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 кувырок вперед, подъем разбивай. Кувырок вперед и подъем разбивай. Разворачивайся и сразу же вперед, вперед, назад. Понятно. Все отходим. Сделай быстро. Кувырок прямо. Развернулся прямо. Назад. Вперед. И ногу даешь. Надо отпрыгнуть. Он не умеет это делать. Если ты можешь, то выкрайся сразу. Да. Все. Не надо ничего снимать. Работа! 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 Работ
Давай!
Ну, вот, по крайней мере, что я видел, что он делал. С мячиком. Сзади никто не взорвал, потому что он завершил своих бицепсов. Никто не взорвал. Бицепсы. Да, да. Не вес, а химия. Лишь химия. Кулаки, вы поняли, да, что очень важно. Кулаки думают, что легко, а на самом деле он его не горит, конечно. Кулаки. Голова должна включаться. И вестибулярная аппарат. Построились! Быстро построились! Что это?